Всем привет, ребята! Сейчас я вот снимаю уже с двумя лампами. Скажите, что-то изменилось, стало лучше или нет? Потому что я еще не совсем приноровилась, как тут правильно снять, так, чтобы освещения было больше. Вот. А сегодня я вам покажу Таркана. У него там вышел новый клип. Я узнала поздно, потому что я случайно наткнулась, мне в рекомендациях опять вылезла, да, я иногда слушаю Таркан. Вот, я там все спрашивала: Алена, ты видела? Алена говорит: я уже давно видела. Вот, поэтому Алена мне ничего не сказала. Вот, но там что-то интересное в этой песне, так что давайте сейчас посмотрим. И тем более, как бы, у меня на канале много представителей Турции, в плане того, что у меня подписчики стоят, много есть кто из Турции. Я думаю, им будет приятно посмотреть, так что давайте. Я что-то, кстати, не ожидала, что она такая будет, типа, в роковом стиле, потому что обычно это у него вообще попса идет. У него очень мало песен, которые в стиле рок поются, но вот эта, по-моему, вторая, которую я встречаю. Классно, что это сделано лайв-версия с концертов, и плюс то, что меняется уже костюмы, круто. Мне очень нравится то, что вот прям вот восток такой немного с рок-мотивами, и очень круто. Интересно то, что они здесь ставили ставки такой попсы, даже я бы так сказала, либо немного как рэперы используют, это интересно. Çeke çeke sineye nihayetinde oldum.
это круто, мне очень понравилось. Мне понравилось то, что таракан использует разные жанры, в плане того, что мы знаем, как поп-певца, а тут как он рок-певец. Он, в принципе, если бы он пел рок, он был бы крутым рок-певцом, и я думаю, что он бы тоже добился большого успеха. А плюс того, и у него есть немножечко рэп, и он очень клево работает на аудиторию, что зажигательные песни обязательно будут ли танцевать, радоваться. Ну, видно, что это артист, стопроцентный артист, который хочет, чтобы аудитория получала удовольствие. Это очень круто. Сама песня мне очень понравилась. Я, кстати, почитала до того, как посмотреть немножко текст. Вроде здесь она такая немножечко веселая, но именно если почитаете текст, вы поймете, почему они сделали в таком рок-стиле. Потому что, как если я правильно нашла перевод, там она переводилась как «Восстание», в плане того, что люди хотят жить в мире, пожалуйста, турецкие зрители, скажите, правильно я или нет, просто я не знаю, правильно это перевод или нет, который я нашла, и как я поняла этот текст, то есть люди хотят жить в мире добрее, и чтобы все было хорошо, но есть правительства, которые не хотят, все наоборот делается, вот если я правильно поняла. Вот, я бы очень хотела послушать от вас ответы и вашу точку зрения выслушать. Вот, песня мне понравилась, что это черно-белый клип. У него, кстати, почему-то именно, когда рок-версии какие-то песен, вот есть, там тоже в жилетке, я тоже делаю реакцию, я не помню просто название, но я не выговорю просто. Вот, он тоже черно-белый клип, здесь тоже, мне очень понравилось это, потому что это отличается от его клипов в основном, которые такие яркие, красочные, там очень веселые. Плюс то, что это лайв, это круто. Видно, как артист работает. Ну, понятно, что студийная версия тут наложена песня, но тут можно посмотреть, как реально артист работает с аудиторией, как аудитория принимает, потому что может быть все наоборот. И в принципе, зал посмотреть и костюмы. Это очень круто. Мне это нравится, то, что поэтому я ставлю 10 из 10. Все мне нравится, песня очень нравится. Я еще потом скидывала, кстати, еще своим друзьям. Я сама, ну, не слушала, просто скидывала, они говорят, о, очень крутая песня. Вот. И это очень круто. Спасибо YouTube, что выпала мне эта рекомендация, можно так сказать. И, ребят, спасибо вам всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на все социальные сети, потому что очень важно, это надо развивать мне тоже. Потому что благодаря подпискам на канал сейчас происходит на моем канале очень много интересных штук. Я надеюсь, что будет в будущем. И это очень круто, потому что это та цель, которую дальше хочу добиваться на своем канале. Я хочу распространять новые группы, я хочу брать интервью у групп, я хочу, чтобы, может быть, вам какие-то призы разыгрывать на своем канале. Поэтому я также жду ваши продолжения, помимо реакции на канале. Поэтому пишите, пожалуйста, ребят, подписывайтесь на все социальные сети, подписывайтесь на Patreon. Вы вкладываете в мой канал очень, ну, много вещей, которые я бы хотела купить, но иногда, если я сама буду все это покупать, это будет очень долго. С вашей поддержкой это все намного быстрее. Я выражаю большую благодарность моим патреонам. У меня один свет отключился. Большую благодарность. Кстати, вот, посмотрите, это свет сейчас один работает, который мне прислал Шон. И мне кажется, очень круто даже. Я еще раз выражаю благодарность всем своим патреонам и всем тем, кто мне кидал донаты, потому что это очень важно покупать разные ставки для своего канала, улучшать и улучшать все, чтобы было бы намного круче. Поэтому спасибо всем, даже если вы подписываетесь, комментируете, обязательно лайки ставьте, чтобы мы могли продвигать. Я очень хочу как-нибудь попасть в тренды, потому что для этого, для канала это будет очень круто. Вот, и спасибо всем вам за просмотр, за ваши лайки, комментарии. До скорых встреч в новом видео. Всем пока!